Материальную жертву ваших. Вот, это как благоухание пред Богом. Это очень важно. Обычно в нееврейской традиции считается, почему-то в разных народах, в том числе, к сожалению, и в украинском народе, считается, что деньги — это не духовная тема какая-то. Это печально, к сожалению. Это наследие еще языческого такого мышления. Вообще-то, согласно Божьему слову, это очень даже духовное. Вообще, все, что касается жизни человека, это все очень духовно на самом деле. Вот, и это очень важно. Поэтому я даже и говорю, что не только сегодня ваши эти жертвы принимаю я, как благоухание пред Богом, и благоставляю. И благоставляю вас, жертвователей сегодня, принимаю с молитвой и с благодарением. Вот, и молюсь сейчас, пою благословение на вас, на свой дом также пою благословение, потому что, надеюсь, мои сейчас не отключились, подключались моя супруга, дети, внуки, коты, все,
смотрели трансляцию. Да, значит, и благословляю свой дом сегодня во имя Господне. Благословляю всех, кто был онлайн, кто потом в записи будет смотреть это видео. Благословляю этим старым, добрым, библейским благословением священников. Давайте встанем, возлюбленные. Еврех Адонай ве ишмарех Яхер Адонай панав элейха вихунекха Садонай панав элейха веяселеха шалом. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе Шем Иешуа, Гамашиах Иешуа, Машихейну, во имя Иисуса Христа Мессии, Бог Авраама, Исаака и Израиля, Бог патриархов и пророков, Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, Авину Малкейну, Шева Шамаим, благослови народ свой миром, своим шаломом. Благослови и при входе, и при выходе детей своих. Благослови погружением в океан безбрежной Твоей великой любви. Слава Тебе, Господь Святой! Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святаго Духа со всеми нами. Аминь. Аплодисменты Богу. Аминь. Спасибо, дорогой отец Сергей. И давайте поднимем руку, я вас тоже за вас помолюсь. Если вы имеете тайную нужду, пусть Бог вам воздаст явно. Положите руку на сердце, Бог видит тайны, другую поднимите к Богу. И, дорогой небесный отец, я призываю благодать твоего благословения и все, что ты благословлял через отца Сергия. И то, что мы ожидаем, и более того, пусть всякие препятствия к этому благословению или то, что должно приложиться к благословению, видимо, пусть приложится. И естественно, и сверхъестественно. Во имя Отца, во имя Сына и Святого Духа. Всякие негативные планы пусть разрушатся, а сверхъестественный Бог отведет всякую руку врага, духовного и физического. Да не властвует рука человека или демоническая над вами, но только Господь Иисус, чья мы принадлежность и есть. Спасибо тебе, Господь, за каждого, которого ты, зная тайное, воздаешь явное, укрепляешь здоровье, даешь мир в сердце, обновляешь разум и укрепляешь во внутреннем человеке силы Святого Духа, как написано. Спасибо тебе за охрану ангела и кровь Иисуса Христа, которой мы отмечены и запечатлены Духом. Я благословляю вас так же, как священник, во имя Отца, во имя Сына и во имя Святого Духа. Аминь. И благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца
и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Отец Сергий хорошо служил, но в общем-то герой Иисус. Давайте воздадим Ему славу. Аллилуйя. Ночной грядет, кровью Христа облита, церковь Спасителя ждет. Он принесет невесте ценный подарок, любовь, радости, химии, песни и возрождение вновь. Радости, химии, песни и возрождение в нём. Всем вместе! Аллилуйя! 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 Церковь Иисуса!